Я получаю письма, когда люди пишут о том, что неужели вы, русские, опустились до такой степени, чтобы все это терпеть? Неужели вы не понимаете, что найдутся более сильные, более смелые народы, которым по праву владеть вашими богатствами? Вы ими управлять не можете. И как с этим спорить? Я вам нарисовал картинку сегодняшнего дня. Что делается в стране? А в это время в стране наши с вами земляки, такие организации, как «Боевое братство», «Совет ветеранов внешней разведки», афганцы, ну, как сказал Саблин о том, что крепкие, здоровые мужики. Вот они сегодня создали, или о создании, приступили уже к работе. Антимайдан. По этому поводу я получил любопытное письмо. Если Миронов не на словах, а на деле является патриотом России, то его место сегодня в рядах антимайдана. Это его шанс доказать сегодня всем, что он не бандеровец и не враг русского народа. Два слова об антимайдане, кто не знает. Это недавняя инициатива, с ней выступили член Совета Федерации, первый зам председателя Всероссийской общественной организации «Боевого братства» Дмитрий Саблин. Ну, его биография такая, три срока проболтался в Госдуме, потом пошел в Совет Федерации. Я не знаю, где он дослужился до полковника, потому что он недолго прослужил в вооруженных силах, а потом болтался в МЧС. О своем участии в российском антимодале заявили президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный как хирург, лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков. Вот обратите внимание, везде Николай Стариков, очень популярный на общественном поле, он везде фигурирует как лидер вот этой партии «Великое Отечество». Нигде не упоминается, что он коммерческий директор Первого канала в Санкт-Петербурге. Они все поставлены на прокорм. Перед вашими глазами все время на экране Михаил Леонтьев. Он выступает со своими комментариями, он выступает во всех шоу. Ну, настолько примелькался этот жиденок на глазах, что, ну, родной. А мало кто знает, что он вице-президент Роснефти. Возглавляет там департамент информации и общественных связей. Вы представляете, на каком прокорме он стоит и как он служит? Ведь только что сыночку руководителя Роснефти, 25-летнему Ивану Сечину, вручили орден за заслуги перед Отечеством второй степени. За что? За освоение шельфов. Естественно, это вызвало реакцию, ну, здоровую реакцию удивления. Ведь прежде чем получить такой орден, обычно все служащие Кремлю сначала получают суперки в виде медали к ордену, потом начинается четвертая степень, третья степень, потом уже вторая. И чтобы получить вторую академику,
заседает целая академия, голосует за них, за заслуги. А то сразу получит. И на возмущение народа Леонтьев на голубом глазу сказал, что вы удивляетесь? Гайдар в 16 лет командовал полком. А этому уж аж 25. Настоящий мужчина. Хорошо. Ребята, ну посадите его на коня. Дайте ему полк и пусть скачет. Мы же на это относимся с усмешкой, понимая, что эта власть живет своей жизнью по своим законам. Законам воровского сходника. И до тех пор, пока мы наконец не заполоним площади, так как это сделали киевляне, я вам скажу, что до сих пор, что у меня, что у Александра Николаевича, вспоминая там, где мы были, вот эту гигантскую Михайловскую площадь с прилегающими улицами, ни одного мента при этом, я уж не говорю о том, чтобы мент с собакой был, у нас же проходят наши марши, как перегон в концлагере, заключенных с одного места на другое. Им уже мало овчар. Они же уже ограждают. Только не колючая пока проволока, а более цивилизованная решетка. А там ни одного мента, ни одного мата, ни одного пьяного. Как испугается и боится, и трясется эта власть Майдана. И вот они создают антимайдан. Своих целей не скрывают. Вот Дмитрий Саблин, член Совета Федерации, напомню, он дает наиболее развернутое вместе со Стариковым интервью. Интересно, что у него проскакивает. Вот я буду цитировать стенограмму радиостанции «Говорит Москва» от 16 января. Основная цель и задача Майдана, антимайдана, не допустить повторений так называемых цветных революций. Мы видим, какая трагедия произошла в Киеве. И когда мы видим попытки подобных акций в нашей стране, в первую очередь с несанкционированными митингами, это послужило основой причины создания антимайдана. Слушайте, они нас этими антимитингами, несанкционированными митингами, запрещенными митингами. Вот каждый раз, когда чиновник открывает рот и говорит, этот митинг не санкционирован, нет ли, ну с того, что спросишь, они растаптывают конституцию нашей страны. Ни о каких разрешениях власти там нет ни слова. Там четко и ясно говорится, что мы имеем право мирно, без оружия, выходить на митинги, шествия. Где там написано с разрешением? Нет этого. А нет, уведомление, разрешение. Уведомление, это они внесли сначала, первый шаг был, уведомительный характер, уже нарушение Конституции, да? Но это уведомление сейчас превратилось в открытое разрешение. И уведомитель так, послал бумажку, говорит, мы будем собираться. Нет. Вы получите бумажку. Потому что тут же полицаи приходят и говорят, бумагу. Ну, как команда раньше поступает. Нет бумаги. Все. Я сейчас проговорю, как ужесточили эту меру. Уже для одиночных даже пикетов. И вот дальше говорит организатор антимайдана Дмитрий Саблин, мы должны быть собраны и организованы, чтобы отстоять волю большинства. Обратите внимание на слово «большинство». Они выступают от имени большинства. Вот сейчас появилось это словосочетание о том, что вся оппозиция выражает волю меньшинства. Мы не позволим, говорят они, переступать через интересы большинства. Запомните это слово, оно нам сейчас пригодится. Поэтому мы должны сказать, нам уличное движение не нужны.
говорит член Совета Федерации. Ну правильно. Потому что уже Государственная Дума депутаты заявляет о том, что не надо давать законопроекты на обсуждение общественности. Они уже до этого договорились. Теперь они открыто говорят, не надо. Тем более Саблин сказал, у нас власть сильная, грамотная, все знающая, и она решит любой вопрос. И не надо диктовать свою волю. Мы убедились, что делает эта власть. Причем ведь из-за времени я мог бы приводить дальше и цифры фактов. Нам достаточно того, что есть на доске. И вот начинается интересный разговор между ведущим Юрием Уткиным и вот этим Саблиным. Обратите внимание, член Совета Федерации, законодатель, через которого, как и других членов Совета Федерации, проходят утверждения все законы. И уж, казалось, они должны вставать вот с этой книжкой и ложиться с этой книжкой, не выпуская ее из рук, под названием «Конституция Российской Федерации». Вот их психология. Человека три срока. Слово «срок» мало подходит. Три срока отсидевшего. Тоже плохое слово. Отсидевшего в Государственной Думе. Вот вы эти понятия «срок» и «сиделец» перевести бы в другое место. Ему говорят, а как вы будете действовать? А он говорит, а мы на несанкционированный митинг будем выводить людей больше, чем вышло на митинг. Ну что, десятки, сотни его спрашивают. Нет, он говорит, тысячи. А как вы определите, что это митинг несанкционированный? Ну, нам скажут. И проговорок. Ну, ум-то короток. У них же жиром заплыло, безнаказанностью, вседозвольностью заплыло. Ведь каждый из нас виновный сегодня в кровавой бойне на Украине. Каждый персонально ответственен за кровавую бойню. На каждом из нас кровь убиенных на Украине. Почему? Потому что мы настолько распустили своего президента и свою власть вседозволенностью. Ни разу не ударили им по рукам, что они уже переступили эту границу. Они решили, что если дозволено здесь творить, что хочу, то значит уже дозволено и там творить, что хочу. Это на нас, на нашей пассивности, на нашем овечьем молчании, на нашей терпеливости, которой уже ужасается мир, стоит Путин, который ведет эту кровавую, ведет нас к этой кровавой, развернутой бойне. И вот этого законодателя ведущий спрашивает. Но вы выйдете, вас же тоже нужно будет винтить. Вы же приходите на несанкционированный митинг. Ну, как сказать, говорит он. Ведь понятно, как сказать. Понятно одно. Это в извращенной форме, отвечаю за свои слова, это в извращенной форме новые штурмовые отряды. Вот это чистое проявление фашизма, о котором они так много говорят. Это чистое проявление. Приходить на митинги и дальше что вы будете делать? И вот на этот вопрос Стариков отвечает с такой улыбочкой. Мы будем беседовать. И улыбочка. Милашливые люди. Вот вы представляете, что они нам готовят? И они ведь что говорят? Я цитирую Саблина. Несистемная оппозиция. Мне нравится очень. Системная оппозиция.
системная позиция. Выходя на эти несанкционированный митинг, именно на улице призывает власть к тем или иным действиям. Законодатель чернит то и называет нарушением то, что согласно Конституции является нашим правом, потому что согласно Конституции мы обладатели всей власти. И согласно Конституции мы ее осуществляем или непосредственно, или через выборные органы. В Конституции выборная система отдельно, а напрямую управление страной для народа заложено отдельно. Они нам оставляют и спрашивают Саблина, спрашивают Стариков, вот этих всех организаторов антимайдана, они спрашивают, а как же народу участвовать в управлении страной, осуществлять свои права через выборы, говорят они, когда законодатель демонстративно рушит Конституцию. Правда, вряд ли он ее открывал когда-нибудь. Это беззаконие в стране. Это власть, которая удерживает себя незаконно. Когда мы критикуем Путина, и они кричат, что это разрушение основ конституционного строя, я вам процитирую. На первом месте в Конституции стоим мы с вами. Человек, народ. Путин после нас на 11 месте. Не Путин, а президент. Но нигде в Конституции, я могу пустить по рядам, чтобы не быть голословным, вы не найдете ни фамилии Путина, ни фамилии Медведева. Раньше, когда мы в прессе критиковали партийных сановников, находились идиоты из них, которые кричали, это поклёп на партию. Это вызывало улыбку и смех. Сегодня, когда мы критикуем Путина, они говорят, это разрушение основ конституционного строя. Найдите мне фамилию Путина. Правда, я боюсь, что после этих реплик она может там и появиться. Там нет Путина, там нет Медведева. Мы не требуем ликвидировать пост президента. Мы не требуем ликвидировать Совет Федерации и Федеральное собрание в целом. Мы не требуем ликвидировать как институт управления правительством. Мы не требуем запрета судов. Вот крушение основ конституционного строя. А когда мы требуем гнать Путина с Медведевым, извините меня, это и есть прямое наше правление согласно Конституции Российской Федерации. Я сейчас забиваю эти гвозди в ваше сознание, потому что страх в нас выше крыши. Я бью в эту точку для того, чтобы слушающих укреплять в сознании их правоты и конституционного действия. Конституционного мы не переступаем законом, мы не нарушаем Конституции. Чтобы то, что мы собираемся весной выплеснуться на площади и улицы, люди понимали, что это законно. А вот эти антимайданы, которые готовят как штурмовые отряды, правда, я как-то с трудом представляю этих сытых ветеранов, они на экране все время мелькают, внешней разведки, которые все профукали. А сегодня при орденах, чести и высоких пенсиях
Они выступают как герои дня, комментируют. И сегодня они, если верить Саблину со Стариком, готовы встать в строй, как-то трудно представлять. А как-то трудно представлять, чтобы сам Саблин куда-то пошел, или сам Старик куда-то пошли. Они будут натравливать нас друг на друга. Они будут пугать нас о том, чтобы не было здесь кровавой бойни. Я вам рисую цифры тихой, спокойной смерти и гибели народа. Вот что они хотят. Не надо волноваться. Умирайте спокойно. И вот, возвращаясь к большинству, они опять подчеркивают, и Стариков, эти инициаторы антимайдана, обратите внимание на эту организацию. Проводите такую работу, чтобы было меньше желающих вот туда вступать, спасая Россию и русский народ от кровавой бойни. Они сейчас начнут это пропагандировать. Они опять же говорят о большинстве. Власть выбрана народом, большинством, и нечего меньшинству указывать власти, которая выбрана большинством. Что произошло во время беседы? Саблин говорит: «Я считаю, что подавляющее большинство нашей страны сегодня поддерживает данную идею». И подчеркивает: «Подавляющее большинство». На этом он закончил выступление. Пока шла передача, радиостанция запустила голосование. Кто поддерживает, кто не поддерживает вот этих Саблинов. Голосование показало 32% за антимайдан, 68% против. Вот и подавляющее большинство. Вы что думаете, после этого они перестали пользоваться этой терминологией? Ничего подобного. Они продолжают на всех интервью выставлять себя представителями большинства населения. По одной простой причине. Мы же молчим. Мы же не можем выплеснуться, как выплеснулся Киев. Не можем. Страх сковал язык, руки, ноги. Вот пока мы не разобьем эти оковы, каждый свои собственные, ну, желательно еще и соседа, ну, желательно еще и родни, вот они и будут говорить от нашего имени, нести всю ахинею и творить беззаконие в стране. То, что мы заслужили. Смотрите, что они делают. Они говорят: надо на власть действовать через выборы. Мы набрались терпения, прошли выборы. Даже выиграв Верховный суд. Что тот? Сегодня ни один нормальный человек во власть не пройдет, минуя Кремль. Идет штучный отбор вот этих негодяев. А для нас что уготовлено? В июле прошлого года, 2014, в Кодекс об административных правонарушениях были внесены жесткие репрессивные изменения. Теперь, если вы, допустим, пару раз в течение 180 дней, ну, в течение полугода, выйдете на одиночный пикет, еще до недавнего времени на одиночный пикет закрывали глаза, то вам грозит штраф, который увеличился до 150-300 тысяч рублей. Ну, а если вы нарушите несколько раз, то после третьего раза
попадаете под штраф, это статья 212 пункт 1, вы попадаете под штраф от 600 тысяч до 1 миллиона рублей или 5 лет лишения свободы. Вот скажите, когда они это прописывают в законах, они хоть раз Конституцию вспомнили? Они ее не вспомнят, если мы им это не напомним. Но не такими, как мы проводили в защиту Конституции в свое время митинг, собрав несколько тысяч всего человек. Это же укрепляет власть. Когда мы выводим на площади, на митинги несколько тысяч, власть смеется и говорит, ну это же меньшинство, это ничтожное меньшинство. Наша задача весной миллион. Но почему украинцы могли вывести 2 миллиона 400? Не вывести, выйти. Как собирался Майдан? Причем мозги наши этой ложью, которая течет и течет с экранов, забиты настолько, что всем не доказывает Майдан. Сегодня уже был разговор на эту тему. Майдан организованный совдеп. Простите, госдеп. Майдан организованный госдеп. А стихия была, когда ребяток, студентов размазали первым. Стихия была, когда народ выплеснулся. И те, кто пришел и видит вот это окружение, он начал звонить всем, кому можно было, и говорит, приходи, тут такое назревает. Азарт появился. И тогда выплеснулось 2 миллиона 400 тысяч. Потом это рассосалось, ну и хватило для того, чтобы Майдан начал диктовать власть. Власти свое слово. И когда они говорят, выкидывают уже лозунги антимайдана, мы спасем свою родину, не допустим раскачивания ситуации, то спрашивают Старикова, Сердюков должен сидеть в тюрьме? Непременно. И Стариков, любимец русского общества, говорит, ну если суд признает его преступником, докажет, цитирую, его виновность. Вот эта ссылка на суд, мы никогда об этом не говорили. Она настолько глупа и беспочвенна, потому что у нас нет суда, каким должен быть суд. Независимым. Соблюдающим Конституцию и законы Российской Федерации, естественно, избираться народом. Вот как бы ни облаивали сегодня, заслуженно, незаслуженно, можем когда-нибудь поговорить, сталинизм, но там судьи выбирали. И рядом с судьей сидели два народных заседателя. Вот мой отец, машинист тепловоза, он избирался народным заседанием. И вот они сидят, они пишут особое мнение. И судья вынужден, или вынуждена, ну у нас тогда были мужики, считаться с этим и считаться. По одной простой причине. Завтра папа приходит на работу, его берут за грудки, мужики, и говорят, ты что делаешь? Ты что за беззаконие творишь? Он же знает, что он завтра будет не перед первым сектором райкома отчитываться, а перед своими работягами, которые умеют или умели спросить. Вот был суд. Я сейчас не говорю про статистику оправдательных приговоров. Во время войны военные трибуналы выносили больше оправдательных приговоров в несколько раз, чем сегодняшние суды. Военные трибуналы в военное время больше оправдывали людей. Так вот, я вас прошу, чтобы не было того, что там Миронов что-то искажает, придите домой и откройте, а я уверен, что, может быть, единицы из вас заглядывали когда-нибудь
закон о статусе судей в Российской Федерации. И откройте вы статью 19. Она называется скромно «Материальное обеспечение судей». Вот все, что можно было, что ни одна категория в стране не имеет, собрали для судей. Это надбавки. Зачем? Ладно, квалификационные. А дальше за все. За звание ученого. За должность, там доцент, профессор где-то преподает. За награды. За крайний север, южный север. За все. И самое поразительное. Это ведь огромные деньги. Там за эти звания, в том числе, они, им начисляют немалые проценты за знание иностранных языков. Вот все, что можно было придумать и высосать из пальца, они все туда заложили. И заложили даже такую меру, продумали, чтобы ни один судья не дернулся по совести уйти от этого позора. Ну, вдруг совесть, ну, бывает, ну, пропустим. Хотя примеры же дикие. Я писал об этом в газете «Патриот» с документами. На судью, которую двинули в федеральный суд. Документы ушли в Москву президенту. Это проститутка, в прямом смысле слова. Она занималась этим промыслом в Кемерово. Туда приехал большой начальник, возглавлявший департамент судебных приставов Новосибирской области. Понравилось ему. Понравилось. И он ее устраивает на работу, делает ей диплом юриста, проводит в мировые судьи. Я слушал аудиозаписи ее разговоров, когда ей звонит этот начальник, такой фривольненький разговор, и просит замять одно дело. Она говорит, это невозможно. Это первый разговор. Это напечатано в газете «Патриот». Это невозможно. Второй разговор. Но вот есть вариант, третий разговор. Мы его закрываем. И теперь она, я не знаю, прошла или не прошла, должна была стать федеральным судьей. Вот из кого? Из проституток. Эта власть напирает, да в общем-то, на продолжение своей профессиональной работы. Но больше всего, вы где-нибудь еще читали, когда зарплата со всеми начислениями сохраняется пожизненно с уходом на пенсию. А вот для того, чтобы ни один судья не дернулся, вдруг совесть проснется уйти, очень хитро придумано. Ведь в льготах судей предусмотрены все, цитирую, братья, сестры, внуки, родители, дедушка и бабушка. Ну это детектив. Ну придете, откройте эту статью, почитайте. Там дедушка и бабушка предусмотрены. И куда судья дернется? Я уйду. Да кто ж тебе позволит? А бабушка с дедушкой, а внучата? Ты что, родной, помер у нас пустишь? Сиди и делай, что тебе велят. И мы говорим, что вот эти судьи, они должны
принимать, и они должны решать. Вот эти купленные. В свое время я об этом пытался говорить. Кто-то по глупости пригласил на телевидение. По-моему, больше они это не делали глупости. Я конкретно говорил о Лебедеве, председателе Верховного Суда. Потому что у нас только что нагло запретили, отклонили, не утвердили приговор суда присяжных по моему сыну. И когда я стал разговаривать по старым связям, то мне сказали, ну что ж ты хочешь? Ведь Лебедева предупредили, что на пенсию уходит. Ему нужно успевать добирать. Речь идет о председателе Верховного Суда. Не ушел на пенсию. Продолжает сидеть. Я об этом говорил с экрана телевизора, называя фамилию. Меня запикали. Потом мне звонили, говорят, ты что матом кроешь на телевидении? Ведь они обычно запикивают тех, кто матом кроет. А я всего лишь начал называл конкретную фамилию. Запикали. И вот когда сегодня нам говорят, все время. Вы что хотите повторения Украины? А что произошло на Украине? Ведь никто никогда не говорит, какие законы сегодня принимаются на Украине. Под давлением прошлого еще Майдана. Ведь у нас, как только не оболгали закон о люстрации. Вот многие понимают, что это за закон, который усиленно называют закон о люстрации, он такой сякой, они ведь дошли до того, что закон о люстрации приняли. А закон о люстрации, нас же ведь дурачат этими словами, непонятно. Он правильно называется в переводе. Закон об очищении власти. И вот вам только одна. Причем в преамбуле так и записано. С целью восстановления доверия к власти. Как заполняют декларации наши чиновники? Чиновник должен представить на себя, на жену и на детей, которые находятся рядом с ним. А те, кто в стороне отъехали в соседнюю квартиру, они уже не подлежат. Не подлежат. Больше того, плевали они на это. И хозяин наших железных сетей, железнодорожных, отказался за прошлый год представлять декларацию. Ничего, правит. А что же делают украинцы? Декларацию об имуществе, доходах, расходах. У нас о расходах не. Декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера относительно себя и близких ему лиц идет конкретное перечисление. За кого должен отчитываться государственный чин? Муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, родной брат, родная сестра, деды, бабы, прадеды, прабабушки, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель, усыновленный и так далее. Все. Вот что обливает грязью сегодня в России. Вот чего не боятся. Вот это закон, так и называется, об очищении власти. Ищите информацию. Переходите, уходите от этого вещания на уши. Рядом с Майданом они сегодня запускают два страшных оружия. Проверенные. Дешевая водка и реклама пива. Когда поднимали цену на водку, и тут же пошли отчеты, что это правильное решение, сократилось количество того. Когда сегодня они запускают дешевую водку, они говорят, это ради спасения здоровья населения, чтобы народ не пил суррогат. И это
в объяснительной записке Государственной Думы. Ну, там, естественно, и забота о бизнесе водочном, который терпит убытки из-за большого количества суррогатной водки. Но не от думцев пошла инициатива. Путин открыто сказал, что, цитирую, «бороться с алкоголизмом нужно здравыми методами, а не через повышение минимальной цены на алкоголь». Еще одна попытка все-таки добиться медицинского свидетельства. Еще один повод. А не через алкоголь. И сегодня они на 40 рублей снижают цену на воду. Но самое интересное, что буквально в эти же дни, когда они снижают цену на водку, они принимают решение вернуть рекламу пива. Вы знаете, это еще страшнее снижение водки, цены на водку. Потому что, когда запрещали рекламу, приводили, ну, тот же Миронов, Сергей Миронов, возглавляющий тогда Совет Федерации, говорил, реклама пива пропагандирует такой образ жизни, который приводит к спаиванию молодежи, и пиво у нас пьют уже с 5 класса. А сегодня Минздрав уже официально заявил о том, что реклама, цитирую, закон о рекламе не приведет к серьезным негативным последствиям. Вот как надо служить. Пример подал, помните кто? Председатель Конституционного суда Зорькин. Когда обратились к нему с идеей верноподданные, что нужно назначать губернатора, они дали пространное объяснение, что этого делать нельзя. Буквально через короткое время, когда об этом сказал президент, они тут же обосновали, что это надо делать, согласно закону. Такой у нас Верховный Конституционный суд. Но самое страшное то, что уже и главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил о том, что реклама, а в первую очередь возвращает рекламу на стадионы. И вы знаете, что он заявил? Не думаю, что это очень сильно повредит населению, поскольку дети туда, ну, на стадион, редко ходят. Это не так смертельно. Мы с кем имеем дело? А я вам приведу другие цифры. Что такое пиво? Это понятие, которое установили в свое время немецкие ученые, пивное сердце. Доказал о том, что риск развития алкогольной зависимости у потребителей пива выше, чем у потребителей вина или крепких алкогольных напитков. И когда Геннадий Онищенко тогда заявил, помните, главный санитарный врач, не СПИД, не туберкулез погубят Россию, а пивной алкоголизм среди юного поколения. Страшные цифры приводит заместитель главного врача областной Ярославской наркологической больницы Александр Волков. Он говорит о том, что мы проводим систематически анонимное анкетирование. Так вот, подростки, традиционно 82% опрошенных предпочитают пиво. А чем чревато употребление пива, пишет Волков? Происходит изменение в работе сердца, появляется так называемая пивная печень. Систематическое употребление пива ведет к перерождению половых гормонов у мальчиков. Это в свое время ухватили первые наши врачи в призывных комиссиях, что пиво приводит к бесплодию, не к импотенции, а к бесплодию. Там экстракт липа. Если бы была
импотенция, это было бы сразу тревога, кто-то бы замечтал. А так, то, что он бесплоден, он узнает только, когда захочет иметь детей. И вот сегодня они все это возвращают, тем более, что специалисты давно уже сказали, что именно молодежь, именно на пиве, быстрее становится алкоголиками, настоящими алкоголиками, нежели взрослые, употребляющие крепкие спиртные напитки. Для чего им это нужно? А для того, чтобы мы с вами, напитые дешевой водкой и пивом, меньше всего задумались о том, что с нами делает власть. Почему я сказал, что это логически? Связаны три вещи. Антимайдан, дешевая водка и реклама пива. Это для того, чтобы мы с вами не пробудились. И чтобы вот эти цифры, 7,5 триллионов рублей, которые нас вытащили за год, не били нам по мозгам, размягченных водкой и пивом. Ну и на всякий случай уже выставлены фашистские кордоны, я пользуюсь их терминологией. Я перевожу это, они нам навязывают. Фашизм, фашизм, вот он настоящий фашизм. Когда они не прикрыто говорят, у нас будут штурмовики, которые будут вас мять и разгонять. С ехидной улыбочкой только дернитесь. Как сказал Стариков, крепкие, здоровые мужики придут. И они ведь не называют филателистов. Они не называют бабочников, они не называют там женщин, матерей. Они называют боевые организации. Боевое братство, ветераны Афган, имеющие боевой опыт. Переступившие уже давно через кровь. Вот что они нам готовят. У нас выбора с вами нет. Или мы их, или они нас. Но если вот это все нести тем же ветеранам, имеющим трезвый ум, никогда не идется. Если кто из вас помнит, вот те митинги ельцинской эпохи, когда выходило больше миллиона, да ни один танк не дернется, как бы танкист его не пробовал завести. Против такой массы танк не поедет.